Привет всем, привет, друзья. Ну что, как дела, как настроение? Давайте заходим. 11 часов уже. Проверим связь. Приходите, присоединяйтесь. Привет, Ален. А я пока начну с вами знакомиться. Дальше кто подойдет, тот посмотрит в записи. Ладно, потом, сначала. Давайте знакомиться. Меня зовут Ольга Соколова. Я развиваю бизнес в сотрудничестве с крупной международной компанией. Хочу вам рассказать о возможности зарабатывать удаленно, совмещать со своей семьей эту деятельность, с воспитанием детишек, ну и также со своей основной деятельностью. Я думаю, что многие из вас хотели бы еще как-то увеличить свои доходы. Так ведь? Привет, Кать! Привет, рада видеть вас всех на прямом эфире. Возможно, кто-то сейчас интересуется дополнительными возможностями. И я сегодня буду рассказывать о бизнес-системе. Дело в том, что у нас есть несколько источников получения дохода. Возможно, вы слышали о квадранте денежного потока, о нем очень часто мы слышим на наших вебинарах. Также очень хорошо про квадрант денежного потока нам написал Роберт Киосаки в своей книге «Квадрант денежного потока». И сейчас об этом я немножко хочу рассказать. Давайте я вас переведу сейчас на свой листочек, и там подробно уже все расскажу. Здесь я подготовила. Это вместо слайдов. Если вопросы у вас будут, сразу задавайте, я буду на них отвечать. У меня у самой семья, трое детишек. Мы вместе с мужем, у нас семейный бизнес, ну и разные другие проекты. Про квадрант денежного потока сначала хочу вам рассказать, чтобы вам было более понятно. Многие из нас находятся в квадранте R. Это работники, сотрудники, которые выполняют свой функционал и получают за это зарплату. Также есть люди, которые имеют свое собственное дело, свое ремесло, так скажем. Они зарабатывают на том, что оказывают услуги и получают за это доход, деньги. Это, например, ногти сделали, маникюр, получили деньги. Например, сделали сайт, получили за это деньги. Или, например, полечили зубы, получили за это деньги. То есть это собственник, который работает на себя. А есть бизнес-деятель, бизнес-система. Это человек, руководитель, организовал свою бизнес-систему, а на него в основном работают люди и выполняют какой-то функционал, вот эти те же самые работники, и в итоге создается некий товарооборот, да, с которого и идет получение прибыли. И инвесторы, квадрант И, это те люди, которые заработали деньги в одном из квадрантов денежного потока и уже имеют свой инвестиционный портфель. То есть инвестиции, вкладывают деньги, получают за это процент. Чтобы быть финансово независимым, часто мы слышим это, финансово независимый, да, хочу бы стать. Вот чтобы стать финансово независимым, нужно иметь не менее 50 источников дохода. Это можно все сделать. И сегодня я хочу поговорить о бизнес-системе, которая не требует вложений и которая не имеет рисков. То есть у вас есть поддержка от крупной международной компании. А я сама в команде продвижения. Эта команда существует уже более 16 лет. И у нас очень хорошие результаты. Постоянно, каждый месяц у нас появляются новые предприниматели, индивидуальные предприниматели с доходом свыше 30 тысяч
рублей. И это наша основная деятельность. Чем больше людей по нашей системе зарабатывают, тем больше зарабатываем мы. Сотрудничаем мы с крупной международной компанией, чей бренд уже раскручен. Этой компании можно доверять, она проверенная временем. Более 50 лет на рынке. И наверняка вы знаете ее. Это компания Oriflame. Компания Oriflame. Это мой бизнес-партнер, который как раз предоставляет всю необходимую систему. С компанией Oriflame можно развивать свой бизнес удаленно. Есть определенный сайт. И каждому бизнес-партнеру, который хочет зарабатывать и развивать вместе с Oriflame свой бизнес, предоставляется личный кабинет на сайте. Личный кабинет. На таком глобальном международном сайте. Каждый индивидуальный предприниматель, или даже еще не предприниматель, а только начинающий, его задача организовать, как любого предпринимателя, здесь товарооборот. Давайте будем считать, что примерно 10 тысяч. Так проще считать. Скажите, это ведь небольшая сумма для предпринимателя организовать продажи в личном магазине на 10 тысяч рублей в месяц. Так ведь? Это даже для сотрудника не такая и большая сумма, если сотрудник приходит организовывать продажи. Для менеджера по продажам. Я часто слышу от других источников, работников, что план по продажам в основном идет от 100 тысяч рублей каждый месяц. От 100 тысяч рублей. Здесь же всего 10 тысяч рублей продажи с личного интернет-магазина. Каким образом можно организовать данный товарооборот? А дело в том, что у компании в уже готовом магазине, где вы не несете ответственность за продукт, то есть это бизнес под ключ получается, не думаете о том, как придет доставка. Эта компания берет все на себя. А также берет на себя обслуживание сайта и бухгалтерию в том числе. То есть у вас голова насчет этого не болит. Самая основная задача – это организация товарооборота. А каким образом его организовать так, чтобы он был постоянен? Ведь каждый предприниматель, он задумывается о том, чтобы у него клиенты были постоянные, да? Их не нужно постоянно будет искать. Для этого, я думаю, что у вас есть личные потребности в покупках средств личной гигиены. Ведь каждый из нас, он что делает? Конечно же, использует средства личной гигиены. Каждое утро мы чистим зубы, моем руки мылом, и каждый человек на нашей планете это делает. Скажите, как предприниматель, это хороший товар для того, чтобы развивать бизнес, так ведь? И еще нужно понимать, что он заканчивается. Поэтому клиенты через месяц могут прийти к вам вновь. Это как раз-таки очень хороший показатель того, чтобы не искать постоянно клиентов. То есть вы личный товарооборот можете организовывать как на личных потребностях, ведь вам же тоже нужно мыло, зубные щетки, гель, паста и так далее, так ведь? И покупать это где-то в других магазинах уже будет нелогично, потому что вы с этого товарооборота будете получать деньги. Это то же самое, если бы вы открыли какой-нибудь ресторан и приглашали своих друзей не в свой ресторан, а в ресторан своего конкурента. То так же и здесь. То есть средства личной гигиены смысла нет уже покупать в каких-то других магазинах, потому что ваша задача как можно больше организовать товарооборот в своем личном кабинете. Личные потребности. Плюс, думаю, у каждого есть родственники. Есть соседи, есть подруги и друзья, которые также имеют потребности в том, чтобы пользоваться средствами личной гигиены. Достаточно 5-6 человек, чтобы организовать такой товарооборот. И ежемесячно, каждый раз обслуживать этих 5-6 человек. И уже не нужно их постоянно искать.
Я думаю, что в вашем окружении, всем привет, ребят, в вашем окружении есть люди, которым не только нужно удовлетворять свои потребности в средствах личной гигиены, но и они хотят зарабатывать, так же, как и вы. 5 человек наверняка есть. Вы даже можете открыть свою книгу или посмотреть в социальных сетях, в ваших друзьях, и вы наверняка найдете тех людей, которые хотят зарабатывать. Предложите им посмотреть вебинар или прямой эфир, да, вот такой же, или переговорить со своим наставником, чтобы он рассказал о сути бизнеса. 5-6 человек не так сложно найти. Если даже сложно, то это можно всегда сделать в интернете, с кем-то познакомиться и предложить возможности зарабатывать вместе. Это подобно, чтобы вам было более понятно, давайте возьмем магазин «Магнит». Я думаю, что все знают данную сеть. Так ведь? Знаете же? «Магнит» прекрасно понимает, что продукты и косметика – это те товары, которые пользуются постоянным спросом. И каждый раз, если покупателю понравилось, он приходит туда снова и снова. Вот. Один магазин – это хорошо. Но когда сеть магазинов по территории России, странам СНГ и в своем городе в том числе, то тогда выручки становятся еще больше. Это понимает каждый руководитель предприниматель, да, крупного бизнеса. Здесь то же самое, только в интернет-режиме, да, интернет-магазин получается, где вы руководитель сети, и ваша задача развивать свои, ну так скажем, филиалы. Находите человека, который хочет зарабатывать. Это ваш бизнес-партнер. Даете ему нашу систему, все необходимые материалы, помощь при создании как личного товарооборота, так и создании своей первой команды 5 человек. Обучаете его создавать команду и создавать товарооборот. Обучаете организаторской деятельности, обучаете быть лидером, предпринимателем. В итоге он им становится, да? Он также приглашает людей, ищет своих бизнес-партнеров. Помимо всего этого, вам будут попадаться те люди, которые не хотят развивать бизнес, но не против иметь дисконтную карту. Это тоже можно делать, оформлять дисконтные карты в интернет-магазине компании Oriflame 20%. Все эти люди будут составлять ваш групповой товарооборот. Групповой товарооборот. Каким образом идет оплата? Компания Oriflame платит с личного товарооборота, с группового товарооборота, то есть со всех людей, даже с тех, которых вы уже не приглашали, но научили до этого своих бизнес-партнеров развивать данную сеть, структуру. И имеют премии дополнительные за рост предпринимателей, директоров в вашей команде. Путешествия. Это единственная компания, где уже с менеджерского уровня предоставляет возможность путешествовать бесплатно за счет компании в такие страны, как Болгария, Хорватия. Уже были менеджерские конференции в Сочи. Сейчас завершается практически квалификация в Турцию. В очень хороший отель, 5 звезд, где все включено. И автомобильные программы. Автомобильные программы. Вот об этом мы сейчас поговорим. Я сразу хочу сказать, сколько можно зарабатывать в первый месяц с компанией Oriflame, потому что почему-то многие думают, что зарабатывать можно тогда, когда уже структура
развита. Но нет, в первый месяц вы уже можете заработать себе такую сумму, которую зарабатываете при старте на любой даже наемной работе. Кстати, когда вы работаете или на наемной работе, или у вас свой собственный бизнес, вы собственник, то вам нужно выбирать. Или вы выбираете деньги, тогда нет времени, или вы выбираете время, тогда у вас нет денег. На этой же стороне квадранта здесь есть и время, и деньги. Я вам как раз вот эту вот бизнес-систему и предлагаю. Вы ничего не теряете, потому что здесь вложений уже нет. Сайт есть, готовый, бизнес-система есть, вы за нее тоже не платите. Ваша задача обучаться и ваша задача выполнять определенную деятельность, при которой вы как раз будете зарабатывать для себя, да? Итак, первый месяц, сколько можно заработать? Если вы организуете товарооборот на 10 тысяч рублей, ну, достаточно 1000 рублей в течение 3 дней после регистрации, вам будет бесплатная доставка, она в районе 98-200 рублей, в зависимости от региона, где вы живете. Бесплатная регистрация. Регистрация 149 рублей, эту сумму вы будете экономить. 149 рублей, согласитесь, это сейчас вообще не деньги, это стоимость дисконта, вам сразу предоставится 20% с первого же заказа, то есть не на 1000 рублей, а на 800 примерно рублей нужно будет сделать первый заказ в течение 3 дней. Я думаю, что по статистике так выявлены расходы тех людей, которые пользуются средствами гигиены, это как раз 1000 рублей получают. Вот. Вы сэкономите даже уже здесь рублей 200, 200 рублей пойдут в вашу копилку, и если вот эти деньги тоже посчитать, то получается здесь в районе, будем считать, примерно 250, да? Экономия составит уже 450 рублей. 450 рублей. Если в течение, давайте на этом листочке, в течение 21 дня после регистрации, пока идет каталог, вы организовываете 10 тысяч рублей, то тогда вам, как бесплатная доставка, если там 1000 рублей у вас было, да, ну сюда включим бесплатная доставка, бесплатная регистрация, а также вы будете участвовать, туалетная вода в подарок, стоимость ее где-то 2500 рублей, это как ваш доход. Вы вступаете в стартовую программу и получаете за прохождение шага 1 набор, примерная стоимость 1200 рублей, этот набор в подарок. Вы становитесь участником розыгрыша, участник розыгрыша автомобиля Audi. Это уже представляете, да, если Audi достанется именно вам, Audi A3. А если вы приглашаете людей, то тогда вы увеличиваете возможности свои и уже сможете быть участником розыгрыша iPhone 8, ноутбука и путешествие от Coral Travel на 200 тысяч рублей. Это круто. Итак, вам, во-первых, выручка 20%. 20% выручка – это уже 2000 рублей. Так ведь? Как экономия в том числе, если это ваши личные покупки, так и выручка от ваших клиентов, создав, которые как раз таки и создали этот товарооборот. Я вам рекомендую изначально своим клиентам рассказывать презентацию бизнеса. Возможно, это не ваши потребители, возможно, это ваши бизнес-партнеры. Вам так будет выгоднее. Чем больше у вас будет бизнес-партнеров, тем ваша структура, ваша команда
будет намного успешнее и товарообороты будут намного больше. Поэтому сначала делаем упор на развитие своей лидерской команды, а затем уже на создание таких товарооборотов, потому что они у вас так и так будут создаваться, если вы будете постоянно рассказывать презентации бизнеса. Все равно найдутся те люди, которые не захотят развивать бизнес, но не против помогать вам с товарооборотом, да, приобретать именно у вас в вашем личном интернет-магазине товары для красоты и здоровья. Итак, 20% выручка, то есть вы заплатите не 10 тысяч, а всего лишь 8 тысяч за заказ, и 2 тысячи у вас уже наличкой будет. Дальше премьер-клуб, вы вступаете в премьер-клуб, это 10% вам компания начислит, это 1000 рублей. Затем с личного товара оборот за организацию, так как вы выходите на 3%, у вас будет примерно 200 рублей. И с вашего группового товарооборота, вы пока единственный человек в вашем групповом товарообороте, тоже 3%, это 200 рублей. Теперь, если посчитать 2000, тут уже 3400, 4800 и 6300. Уже получается 7300. Вот 7300 рублей за первый месяц сотрудничества. Дальше, развивая свою как потребительскую сеть, это вы, да, ваш интернет-магазин, как потребительскую сеть с товарооборотом, тут у вас 10 тысяч обязательно, иначе ваш магазин будет пустой. Согласитесь, что это важно в каждом магазине иметь товарообороты. Вот. Как потребительскую сеть, то есть дисконтные карты оформляете. В основном они делают заказы в среднем по статистике на 1000 рублей, так и развивая свои филиалы, да, где вы ищете людей, которым рассказываете о возможностях компании создания своего собственного бизнеса. Каждый бизнес-партнер вас дублицирует. И посчитайте, если каждый, даже вот здесь вот 5 человек, вы 6-й, 61 тысяча уже группового товарооборота. Вы будете с этого группового товарооборота иметь примерно 10%. То есть уже 6100 пойдут вам как предпринимателю, как организатору данного товарооборота. Ваша задача также научить своих бизнес-партнеров приглашать людей, и этих бизнес-партнеров тоже научить приглашать людей. То есть, если вы хотите, чтобы ваша структура была надежная, то лучше 3 уровня в глубину позаботиться о том, чтобы она развивалась. То есть, научить их и научить этих бизнес-партнеров развивать свою структуру. Чем больше людей будут зарабатывать в вашей команде, тем больше будете зарабатывать вы. И смотрите, как получается. Вы приглашаете 5 человек, ищете в своем окружении 5 активных, амбициозных людей. Ваши пятеро дублицируют ваши действия, и вас уже 25. 25 человек дублицируют действия лидера, и вас уже 125. 125 человек дублицируют действия лидера, и вас уже 625. Да? То есть, если вместе посчитать, и вы один, то у вас всего 781 человек. Это бизнес-партнеры. Это помимо еще тех людей, которые просто пришли на дисконтную карту, делают заказ. Бизнес-партнеры, которые организовали товарообороты в своих магазинах на 10 тысяч рублей, дают выручку 7 810 000, где ваши
будут примерно 10%, это 781 тысяча рублей. Друзья, хороший доход. Доходы оплачиваются полностью на ваш личный расчетный счет в банке. Сейчас мы об этом тоже как раз-таки поговорим. Потолка в доходах здесь нет. То есть вы сами выбираете, какой доход вы хотели бы зарабатывать. Доходы выплачиваются на расчетный счет вашего предприятия, так скажем. То есть вам нужно будет зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Я думаю, что каждый, кто задумывался о создании своего собственного бизнеса, задавал себе вопрос. А если вдруг дело не пойдет, а я открою свое ИП, что я буду потом с этим ИП делать? Мне налоги надо платить и так далее. То есть у вас при традиционном бизнесе всегда был риск того, а вдруг дело не пойдет. И в основном традиционный бизнес начинается с минуса, да, а люди с горящими глазами, это как минимум 2,5 миллиона рублей. Люди с горящими глазами уже с надеждой сейчас создать свое дело открываются, беря кредиты, закладывая квартиры. И в итоге, если дело не пойдет, то остаются ни с чем. Много случаев уже даже знакомы с людьми, которые оставались с громадными долгами. И даже жить не хотелось таким людям, приходилось как-то выкарабкиваться. А здесь не надо делать вложений никаких, либо поэтому никаких рисков у вас не будет. Вот. И по поводу ИП, да, то есть если в таком традиционном бизнесе вам, если не открыть ИП, то ваша деятельность будет незаконная, и неважно по нашему налоговому законодательству, пойдет ваше дело или нет, но доходы вы, вернее, налоги вы должны будете платить в казну нашего государства. А здесь же есть, ну, все прям под нашу систему подстроено, возможность вам сначала развивать свою структуру и копить заработанные деньги на своем номере консультанта, который вам предоставится при регистрации. Да, там в своем личном кабинете вы будете все это просматривать. Затем, когда уже ваша структура будет приносить вам постоянно растущий доход и хорошие доходы, вы сами решаете, когда именно вы открываетесь, оформляетесь как индивидуальный предприниматель в своей налоговой службе вашего города, и вам компания, заключаете договор о сотрудничестве с компанией, и вам компания будет переводить на ваш личный расчетный счет в банке ту сумму, которую вы заработали до этого и будете зарабатывать дальше и дальше. А здесь есть возможность создания пассивного дохода. Это за единожды проделанную работу вам будут оплачиваться денежки каждый раз. Когда растут ваши бизнес-партнеры и доходят до директорского звания в компании Oriflame, то вам, как человеку, который пригласил данного бизнес-партнера и обучил, пожизненно будет выплачиваться 5% с его структуры, а его товарооборот будет, ну, где-то 250 тысяч рублей, то есть групповой, вместе со своей командой они его делают. Это еще не все. Если у вас два бизнес-партнера стали директорами, вам с каждой структуры по 5%, и когда у них появляются директора, то вам также с их директорской структуры будет оплачиваться уже 2%, этим 5, а вам 2. То есть если здесь 2 директора, то здесь уже 4 директора. 2%. 4 директоров, согласитесь, это больше, чем 5% с 2. Так ведь? И так 6 уровней в глубину, если у вас растет и первая линия, то есть появляются директора в первой линии вот здесь.
которые зарегистрированы непосредственно под вами. Только там проценты уменьшаются, дальше 0,5%, но количество директоров вырастает. 0,25, 0,125, 0,625. Вот. Премии какие есть? Начинается от 1000 долларов, когда вы сами становитесь директором. Это товарооборот в вашей структуре 250 тысяч рублей. Вместе со своими клиентами, с вашими бизнес-партнерами, с клиентами ваших бизнес-партнеров и так далее. 250 тысяч рублей. Держите данный уровень, данное звание директор, ну, данный товарооборот, 8 каталогов. Каталог у нас длится 3 недели. То вам выплачивается премия 1000 долларов и приглашение на банкет директоров в Москву. Следующая премия 1500 долларов, это когда хотя бы один директор в вашей группе и еще плюс 250 тысяч рублей в вашей другой группе. Вот здесь, да? То есть здесь еще директоров нету. Держите данный товарооборот, данное звание, 8 каталогов, и вам выплачивается премия 1500 долларов. Два директора, вам выплачивается премия 2000 долларов. Три директора, вам выплачивается премия 3000 долларов. Четыре директора, вам выплачивается премия 4000 долларов. Шесть директоров, вам выплачивается премия 6000 долларов. Не надо заново искать новых шесть директоров, да? Если у вас уже есть четыре, вам достаточно новых два, чтобы вам получить уже 6000 долларов. То есть тут можно сказать, компания переплачивает вдвойне. То есть вы и так уже получили за четырех, но вам еще раз за них же оплачивают. Каждый раз, когда у вас появляются новые группы. Доход, как я уже сказала, от директорских групп, он будет пожизненный. И этот бизнес можно передать по наследству, то есть постоянный доход. Постоянный. И ваши дети могут получать те деньги с той работы, которую вы сейчас сделаете. Это все в компании есть установлено. Самая большая премия, то есть тут так далее, это еще не самая большая премия, и так далее, да, от количества директоров. Самая большая премия это 1 миллион долларов, помимо дохода, который идет со структуры. Автомобильные программы начинаются уже с директорского уровня, звания, и дополнительно к вашей структуре, к вашему, вернее, доходу, а доход директора 30 тысяч рублей примерный, 30 тысяч рублей, дополнительно оплачивается до 10 тысяч рублей на покупку автомобиля. Вы можете взять автомобиль в кредит, есть договоренность у компании Oriflame с дилерами Skoda Rapid, и вот с этих денег уже оплачивать за автомобиль. Следующая программа на бриллиантовой квалификации, когда у вас 6 директорских групп, вам выделяется лизинг 2 миллиона, и вы можете приобрести любой автомобиль, бизнес-класс, да, который хотите. Компания за вас будет оплачивать данный лизинг. А дальше исполнительная квалификация, то же самое. И дальше президент. Президент, автомобиль, подарок. В подарок. Сразу. Путешествие. За рост, ваш рост с нуля до менеджера 15% в определенный период времени, там условия компания ставит, можно пройти квалификацию на менеджерскую конференцию, которая проходит на высшем уровне. И вот сейчас вот уже заканчивается квалификация в Турцию.
вы можете еще успеть в этом каталоге, если сразу вырастите на 15%. У нас есть в команде люди, которые за один каталог сделали результат директора. Это товарооборот как раз 250 тысяч рублей. Вот, поэтому все в ваших руках, и вы даже за один каталог можете квалифицироваться в Турцию и уже поехать на менеджерскую конференцию абсолютно бесплатно. Оплачивается даже перелет, то есть все оплачивает компания. Следующее путешествие – это золотая квалификация, золотая конференция, где у вас уже два директора, да? Два директора. А затем бриллиантовая квалификация, 6 директоров, и исполнительная конференция, где у вас 12 директоров. Если вы исполнительный директор, вы можете путешествовать 4 раза в год бесплатно за счет компании на исполнительную, бриллиантовую, золотую и еще и менеджерскую. Вот такие возможности есть в компании, и все это вы можете начать прямо сейчас. Если у вас нет денег, надо тем более начинать сейчас, потому что эти возможности вам предоставляются. Обучение у нас бесплатное, все необходимые материалы предоставляем. Единственное, что нужно делать, это брать и делать. Можно использовать социальные сети. У нас есть вебинары на эту тему, да, приглашать людей со своих аккаунтов в Instagram, также со своих страниц ВКонтакте и так далее. Использовать данные методы, спрашивать у людей, интересоваться, кому интересны возможности, дополнительные деньги, официального дохода через банк, и заинтересованных людей приглашать на презентации бизнеса изначально к своему наставнику, затем самим научиться проводить данные презентации. Ну вот, друзья, еще раз хочу напомнить, что с компанией Oriflame вы имеете неограниченные возможности, вы сами решаете, когда зарабатывать, сколько зарабатывать. Вы имеете поддержку как от самой компании, потому что многие инструменты для работы она уже предоставляет. Все необходимые материалы про продукт, про бизнес, картинки, если вдруг вам нужно что-то там продвигать, да, разные программы запускают для стимуляции того, чтобы у вас создавались товарообороты, помогает вам расти, организовывает разные мероприятия, на которые вы можете приглашать своих новичков или своих клиентов, которых хотите перевести в разряд своих бизнес-партнеров. Поэтому возможности безграничны. Так, сейчас я сниму телефон. Так, и немножко с вами так поговорю. У кого остались какие-то вопросы, друзья, задавайте. Я готова сейчас на них ответить. Еще раз повторюсь, вы, ну, все решаемо, да, то есть вы можете для себя подобрать те методы, которые вам удобны для того, чтобы оказывать информационно-рекламную деятельность, рассказывать о возможностях компании, рассказывать о продукте компании, создавая свою структуру, клиентскую базу, сеть интернет-магазинов, давая возможности людям развивать свой бизнес и увеличивать свои доходы. Создав здесь свою бизнес-систему, еще раз повторюсь, вы ее создаете навечно, навсегда, до конца своих дней и потом передаете по наследству. Такую же возможность, как в росте дохода, так и в путешествиях, иметь и деньги, и время. А мы готовы вам помочь сделать вам квалификацию материалами, поддержкой, ответами на ваши вопросы. Поэтому, кому интересно, пишите мне в директ. Я вам дам возможность присоединиться к нашей команде. В своем аккаунте я показываю, какой результат у нашей команды бывает.
Это каждые 3 недели у нас появляются новые лидеры, новые директора, предприниматели, ну и не только, да. И также развивается все, люди развиваются и получают огромнейшие возможности, деньги, премии, автомобили. В этот раз Юля из нашей команды выиграла автомобиль Audi A3, и мы очень рады. Девчонки айфоны там получили тоже. Вот, поэтому это здорово. Также есть косметические наборы у нас, нашим ребятам дарят за выполнение простых действий, которые так и так нужно делать. Это приглашение людей, увеличение своей клиентской базы и увеличение своей команды бизнес-партнеров. Вот, так что, друзья, пишите в директ, кому эта тема интересна и кто бы хотел иметь неограниченные возможности, совмещая все это со своими какими-то другими делами или с основной работой пока. Так все начинают. Потом уже, когда доходы значительные, они уже уходят со своей основной работы и приходят только сюда. У нас есть в команде как и государственные служащие. Я вот, например, муниципальный служащий была раньше. Но так как там потолок в зарплате и нет возможности делать карьеру, которую я хочу, иметь такие доходы, которые нужно для моей семьи с 3 детьми, поэтому я, например, ушла оттуда и пришла сюда развивать бизнес. У нас есть также из «Газпрома» сотрудники, начальники даже отделов, которые тоже уволились со своей работы и стали сотрудничать с компанией «Орифлейм», видя здесь перспективы. У нас есть руководители крупных банков, которые также променяли свою перспективную, казалось бы, работу с огромными доходами, 100 тысяч рублей и за месяц и выше, поменяли на бизнес компании «Орифлейм». Почему? Потому что там они развивали чужой бизнес, а здесь они развивают свой. И вышли в итоге на такие же доходы. Ну, возможно, чуть пришлось поработать над этим. Зато эти доходы будут идти постоянно. Ну все, друзья, я с вами прощаюсь. Жду от вас писем, вопросов. Я так вижу, что нет. Все, всем пока.